В Бурятии площадь лесных пожаров уменьшилась на 98% по сравнению с 2020 годом. Всего за пожароопасный сезон в республике произошло 137 лесных пожаров. Огонь прошелся по площади размером почти в 2000 гектаров. В республике Бурятия намного оперативнее организовано тушение пожаров в первые сутки, 94,7%, и это на протяжении уже 5 последних лет. Мы с вами четко выстроили систему. Во-первых, профилактика значительно лучше, чем в наиболее горимых субъектах в стране и в ДФО в частности. Ну и во-вторых, организация тушения, ликвидация пожаров, во-первых, обнаружение пожара, во-вторых, ликвидация пожара на малых площадях. Подготовка к пожароопасному сезону 2022 года в регионе уже стартовала. До начала зимнего периода лесникам предстоит подготовить технику, убрать порубочные остатки и обновить минерализированные полосы.